Всем привет, друзья! С вами игрок Адор, и мы продолжаем играть The Baby in Yellow. Мы остановились на том, что я не открыл еще дар врача, в котором какие-то секреты. Если ты хочешь, чтобы я открыл его и нашел последнюю душу, и эту последнюю душу нужно хорошенько поискать, то давай мы с тобой договоримся. Ты поставишь лайк, а я найду последнюю душу. Где же она спрятана? Посмотрим каждую комнату, каждый шкафчик, дабы не пропустить последнюю душу кошки. Так, Шкет у нас там плачет. Ну, это ничего для меня не значит. Поищем в этих комнатах комнаты родителей. Кстати, я детально не изучал два солнца и странные луны. Тут у нас что-нибудь есть. Смотрите, какие картины. Это какая-то обезумевшая девочка, кошка, там какой-то монстр. Так, июнь 3-го. И 24-е подчеркнуто. Камилла какая-то. Это, наверное, они искали домохозяйку. То есть и нашли меня. Так странно. Так, эта дверь не открывается. Кстати, возможно, ходят слухи, что следующее обновление будет открываться эта дверь. Только вот я не знаю, куда она будет нести. И показывать нам какие-то секреты. Тут у нас что? Включить запись. В июле выпуске. Вот, диковина. Все началось так, когда мне подвернулась эта работа. Здесь были и другие няньки. Они рядом. Я этого не видел никогда. Ночь спустилась первый день. Часы тянулись, а мы следили за малышом. Мы говорили про Хастура и Касильду. Их отсутствие, а снаружи выбился туман, словно облачные волны. Обрушилось и разбивая стены. Последняя запись. О, грех в невинных глазах, чистых, как хрусталь. Понятный глупым и мудрым, ценнее алмазов. Утешительнее музыки, страшнее смерти. Фантастика. До этого я не замечал. Что-то будет? Какое-то изменение, то, что мы прослушали? Кажись, ничего нет. Так, телевизор, смотрите, кажется, как-то включить можно его. А, я моргать могу? Так, возможно, на чердаке мы забыли последнюю душу. На чердачок мы вернемся, подожди. Так, комната Шкета. Поищем тут. Ну, Шкет, ну не плачь. Врач. Посмотри, мы врача вытащили. Может снижаться. Блок, пояс, шарик, мяч. Фантастика. О, что это выпало? Тапок? Это типа разные предметы можно кидать. Что это такое? Я вызвал какой-то глаз. Опустив голову с рогами вперед, с диким криком и воем слепо несете к туманной каркозе. Что? Вот это фантастика, что это было? Я не ожидал такого разворота. Как? Откуда вылез этот глаз? Глаз смерти какой-то. Неужто ли нам просто надо вытаскивать эти игрушки? Фантастика! Надо убегать от него, кажется. Шкет спит. Быстрее. Что происходит в этом доме сейчас? А! Вы видели? А! Глаз тут! Быстрее заходи наверх! Нет, глаз, да все, не дури! Забираемся наверх. Поищем тут душу. Кстати, прошу заметить, глаз не поднялся наверх. То есть... О, он поднялся тут! Ладно, глаз, мне все равно. Душу дай, пожалуйста, но... Где котейка последний? Смотрите, он уходит за мной! Не надо за мной ходить, слышь, чел? Ты, конечно, молодец. Так.
Ну хорошо, глаз, все понятно. Его трогать нельзя. Так, мы это все прослушали. А! Что? Блин, последняя душа. Где же она может быть? В комнате Шкета нет, как я понял. Шкет у нас спит. Хм. Ладно, да давайте вызовем лифт. Может быть, что-то там будет. Последняя душа. Смотри, глазик за мной ходит. Я не хочу его брать. Ой, фантастика. Сейчас лифт сломается? То есть мы перешли на новую главу? Да. Осмотрим этот дом, эту квартиру. У берегов Хали, мир снов Касильды, желтый знак. Эта награда висит вверх ногами. Наклонившись, вы читаете. Номинация «Лучшее использование цвета в музыке». Награда за лучший хоррор-дебютный альбом, худший текст царапан. А, ладно. Хорошо. В принципе, тут история про всяких этих, да, пластинок. Но моя цель — это найти душу. Смотрите, кролик. Звук пианино. Давайте поищем прям детально. Каждую деталь, каждую комнату, каждую дырку. Каждый проход. Так, пластина. Тут у нас звук пианино. Тут что-нибудь есть? Прошу заметить, не пока найти не могу. Шкет, здорово! Он там снизу лежит, что-то делает. Холодильник. Дыня. Тут все не открывается. Я тебя понял. Только давай попробуем взять тогда эту штуку. Попробуем зайти внутрь. Да, в секретный проход. Поймать малыша, сыграть. Ничего не произойдет. Так, это не сюда. Поставим это сюда. И последнее. Где-то находится там. Так, давай сыграем. Сейчас Шкет начнет садиться сюда. Ему понравится эта песня. The King, The Baby написано, да? Смотрите, прям нарисован там монстр. Опа! Ах ты, маленький проказник. Так, сесть. Вот, мне кажется, где-то в этих проходах мы забыли эту душу. Так, давай. Песенка накаляется. Смотрите, мы выбрались сюда. Вау. Невероятно. Тут у нас ничего нет, кстати, прошу заметить. Забрали. Но тут души нет. Хорошо, давай поставим пластинку. Играй. Отлично. Отдай мне ключ. Ты молодец, Шкет. До свидания. В этом доме ничего нет. Ни одной души, которая последняя осталась. Не могу я тут найти почему-то. Так, прошу. Откройте хоть какую-нибудь дверь. Почему? А вот и электричество, да? Поищем тут. А что у нас там дальше? Вон там электричество включать. А вот тут дальше я не видел, что. Вау. Смотрите. Бегите еще, помогите, не смотрите назад. Блин, как стрёмно. Так, часы. Неподходящий ключ. Так, в этой комнате, возможно, будет. Поищем детально. Последняя душа. Неужто ли я ее пропустил где-то? Ну не может быть. Так, душа, душа. Не могу найти. Тут... Смотрите, парольчик надо писать. Действительно. Где-то она запряталась. Так, Шкет, мы тебя бросаем вот сюда. Давай, проходи. До свидания. Смеется еще, ему нравится. Прикольный трип, да, Шкет? О, нет, начинается дичь. А как мне добыть последнюю душу? Ребята, с вами все нормально. Don't leave. Здорово, Шкет. Ну чё там? Вахханалия начинается. Заходим и в лифт. О-о-о-о! Интересно, я успею? Фантастика, я, кажется, не успею.
О, 6. Так, зеленый вот этот ключ. Так, и вот этот ключ. Забирайся сюда. Опа. Да ладно, вы издеваетесь, что ли? До свидания! Чао-какао! Вау! Подожди! Не бросай меня, начать, чтобы... Выход! Секунду, выход! Я тут, значит, потерял последнюю душу. Так, давай! Да, задом наперед все, смотри. Так, поездки давайте. Мы вытащили все поезда. Блин. Где найти души? Так, в этой комнате давай поищем. Есть ли что-нибудь, пожалуйста? Блин, ничего нет, да? Фантастика. Шкет, иди сюда! Малыш! Пердыш! Уложите спать, завершено. Я нашел! Разблокировано! Что-то открылось в гостиной. Так. Мы шкета можем положить сюда, давай. О нет, он стал злым. Милый и безвредный, если не кормить. Острые уши, испуганные глаза. Бежит один от темной каркозы. Я уже где-то это видел. Фантастика, мы сделали это, мы на... Да, выбор главы. Давай любую главу, например, ночь 2. Сейчас посмотрим. Дар врача. Что же там, интересно, открылось? Фантастика, что это? Вау, флакон. Возьмите бутылку в холодильнике. Шкет, иди сюда. Будем тебя кормить флаконами. Шкет умеет летать теперь, он левитирует. Так, первый флакон известен. Второй. О, нет! О, нет! Шкет, зачем ты пукаешь? И так-то ты фанишь каждый день, пердишь. Последний флакон. Синий. Он меньше стал. А что, еще можно меньше сделать его? О, нет, он... Мы можем его кинуть. Желтый. Красный. А! Вот это прикольно. А, тут меняются цвета, смотрите. Как интересно. Нет, я разбил флакон. Вау, малыш умеет летать. Невероятно просто. Посмотрите, на него можем смотреть и так. Вау. Ну не круто ли, друзья? Мне понравился этот блин, классная находочка прям. Она мне залетела. А вам? Пишите комментарии прямо сейчас. В скором времени будет выходить обновление, и я буду снимать на своем канале. С вами был я, Игорь Кудур. Всем удачи. Всем добра, всем спасибо, всего хорошего. Классное обновление. Пишите комментарии, какие игры мне еще сыграть. Давайте, снизу. Под комментарий и поставьте лайк. А кто-то смотрел до конца, напиши комментарий. Я преданный подписчик. Погнали, пока-пока.